Привет, друзья и гости канала. Рад приветствовать вас на своем канале. Сейчас вам покажу своих мускусных уточек, которые собираются покидать мое подворье. За ними сегодня приедут. Уезжают мои утки к моей подписчице, с которой мы уже давно дружим. Познакомились мы на моем канале, я уже говорил. Причиной знакомства были тоже мускусные утки. К нею едут лавандовые уточки. Вот две вот таких есть. Уедет две лаванды моих. Вот за черной курицей. И вот она идет. Уедет голубой селезень. И уедет лавандовый селезень. Вот они там пьют воду. Голубая уточка и лавандовый селезень. И уедет две голубых утки. Он сядет, пришел их кормить. Что-то там ищешь в том ведре? Ты насыпаешь, им они уже ждут, сядет. Пошли еще в одно корыто насыпим. Пошли, бери ведро свое. Кто смотрит видео? Утки эти приехали ко мне из Западной. Я думал себе их оставлять. Но пока получается так, что они поменяют место жительства. Оставлю себе пока белых и, наверное, одну семью из красных для того, чтобы они садились на яйца. Потом я буду подбрасывать под красных яйца от белых уж, потому что белые немножко хуже сидят на яйцах. Сниму как-то об этом ролик, расскажу почему и какая причина. Но зачем ты ее бьешь? Она будет плакать. Насыпай еще здесь. Все, не высыпай сразу. Вот такие у нас новости. Немножко был пропал. Максим переживал, где я пропал. Немножко приболел был. Потом у Богдана было день рождения. Было ему 16 лет. Пекли торт. Немножко готовились. И поэтому не было когда снимать. А в корыто кто будет насыпать, сядечек? Корыто пустое, зайчик. Принес этого утока сюда на двор. Они немножко его начали гонять. Особенно индюки. Там им места уже мало. Утки пошли в линьку. Он тоже, смотрю, уже начинает свои права здесь показывать. Я его с того двора сюда перебросил. Вот такие у нас новости. Всем спасибо за просмотр. За то, что подписываетесь, заходите на канал, пишите комментарии, ставите лайки, интересуетесь. Всем большое спасибо. Всем всего хорошего. До новых встреч. Даешь до свидания, сядик? Не, он занят, смотрите. Он весь в кормлении. Ты все уже, все порассыпал? Больше нет? Ну, пустое осталось, потому что ты что-то не насыпал. Вот так. Вот, наверное, еще только ради вот такого карапузика нужно держать хозяйство. Вот что бы он делал.
А так придем сюда, погуляем. Да. Ты туда понасыпал, да? Ты хотел смотреть? Ну смотри, зайчик, вот. Папочка показывал своих уточек. И тебя показывал. Ну все, друзья, на этом у нас все. Всем спасибо за просмотры. Всем всего хорошего. Всем пока-пока. Гуси пришли. Да, ты смотрел через телефон на гусей. Сейчас они будут выгонять уток отсюда. А вот идут гусята. Ты смотрел, да? Как в кино.